Ключи от новых квартир в отличном районе получили накануне десятки челнинцев. В жилом комплексе «Солнечный парк» завершилось строительство блока «Б» дома 54. Первыми в новое жилье переедут участники долевого строительства. Удобна ли такая система и кто может позволить себе комфортный дом, выяснила наша съемочная группа. Жилой комплекс «Солнечный парк» возводится компанией-застройщиком «РИОТК». Этот микрогородок в сердце набережных Челнов изначально планировался как объект долевого строительства. Всего здесь 4 многоэтажных новостройки современного типа. В нашем комплексе представлены квартиры практически для всех категорий жителей нашего города. Есть и дорогие квартиры, есть и недорогие квартиры относительно. Поэтому, в принципе, удовлетворяет всех наших жителей. Несмотря на то, что блок «Б» дома номер 54 сдали в этом месяце, для продажи здесь осталось лишь 30 квартир. У остальных уже есть владельцы. Ни для кого не секрет, что вклад в долевое строительство иногда чреват различными неприятностями. У «Солнечного парка» в этом плане выгодное отличие. Займы для приобретения жилья здесь предоставляют надежные банки, а процентная ставка ниже 12% годовых. Стабильно выдерживаются и сроки сдачи жилья. Сразу скажу, что рады. Сроки выдержали. Расположение для моего возраста очень даже приятное. Лес, сам парк благоустраивается. Так что мы с семьей довольны. Зимой в эксплуатацию будет введен еще один и пока последний дом – блок «Г». А пока сотрудники отдела продаж занимаются подписанием договоров с новыми жильцами блока «Б» и торжественно вручают им ключи. Поздравляю вас! Спасибо. Принятием квартиры. Спасибо. Стоит также добавить, что в блоке «Г» квартиры будут разнотипные. Студийные планировки двух- и трехкомнатные. Стать собственником приглянувшейся квартиры можно уже сегодня. Евгения Исаева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.